В Минске продолжается чемпионат Европы по блицу. Его комментирую я, гроссмейстер Сергей Шипов. Сейчас нас ждет третий спаренный тур. То есть по две партии сыграют соперники друг с другом разным цветом. Лидеры у нас не меняются. По-прежнему 4 человека во главе вот этого огромного ангара игрового. По-прежнему Навара, Мамедов, Смирин и Петросян находятся на первых 4 столиках. И, соответственно, у них сменились только соперники. Я сейчас успел посмотреть на официальном сайте. По 4 очка имеют 106 участников. То есть со 100% результатом будут лидировать у нас еще довольно долго. Ну, сами посудите, что надо делить на 2, потом еще раз на 2 и на 2. То есть вот этот двоичный механизм отсеивание лидеров, он еще будет длиться довольно долго. Вот сейчас видим, как Давид Навара настраивается на борьбу. Его соперником является Манвел Погосян, армянский шахматист. Ну, судя по всему, уже очень-очень непростой. Рауф Мамедов играет против Александра Трепишко на втором столе. У Ильи Смирина серьезный соперник Игорь Малахов. Ну, есть известный российский гроссмейстер Владимир Малахов, но Игоря Малахова я тоже знаю. Достаточно сильный, хороший игрок. А Тигран Петросян играет против Михаила Калинина. Ну, кстати говоря, вот на 5-м столике, хоть мы его и не увидим, очень интересная пара. Игорь Коваленко, бывший украинский, а ныне латвийский игрок, играет против Алексея Сараны. Сарана – молодой, очень перспективный российский парень, который, обещает вырасти в серьезного гроссмейстера. Вы знаете, я сейчас уже могу понять примерно, кто приехал, кто не приехал в Минск. Ожидалось, что здесь примет участие Шахриар Мамедьяров, но, судя по списку, его нет. Вот я не вижу просто его на верхних столиках. И, в принципе, я его не видел ни в гостинице, ни в турнирном зале. Судя по всему, Шахриар все-таки не прибыл в Минск. Буду рад ошибиться, но в этом случае тогда это означает, что он, может быть, где-то сенсационно проиграл в первых турах и находится где-то в отдалении. Вот где-то там за девушками-волонтерами. Вот, тем не менее, квалифицированных сильных шахматистов у нас хватает, но многие из них пока скрываются в толще турнирной таблицы и наверняка еще появятся наверху. Приятно видеть, что Валентина Гунина принимает участие в этом турнире, но пока она, кстати, очков не теряет, у нее тоже 4 очка. Очень рад я был увидеть Юрия Сергеевича Балашова, мэтра и советских, и российских, и всемирных шахмат. Не стареет душой наш ветеран, продолжает посещать практически все возможные турниры, не только ветеранские, но и, видим, молодежные, и держится достойно. Пока у Балашова тоже 4 очка. Так что Юрий Сергеевич вперед. И начинается очередной тур. Илья Смирин запускает часы своему сопернику. Это у нас Игорь Малахов. Ну, давайте посмотрим, как играет Илья. Я уверен, что в Беларуси у Ильи много персональных болельщиков. Все-таки родные связи не теряются и спустя десятки лет. Ну, это у нас Пирц Уфимцев. Можно сыграть и в 2, и в 4, захватить центр полностью. Но, разумеется, у белых гигантская свобода действий. Можно слон Е3, ферзь Д2, 3-0. Но можно по-простому, по-рабоче-крестьянски развиваться конь Ф3, слон Е2, 2-0. Ж3, ну, тоже довольно крепенько. Слон выходит на Ж2, укрепляет центр. Но тут надо решить вопрос с пунктом Д4. На конь Же2, слон Ж4 есть неприятный ответ. Д5. Ну, это значит, запускаем козла в огород, да? И... Нет, я думал, на d4 последует вторжение, на слон e3, c5. Но мы видим, что у Ильи свои методы. На f4 куда он, интересно, собирается уйти? Неужели на d7? Вот Игорю тоже стало это интересно, и он проверяет. Конь d7. Ну, такой странный довольно треугольник коня. Я так понимаю, что Илья вызывает огонь на себя. Дальше можно ходом e7, e6 подрывать белый центр. Ну и, соответственно, очаг напряженности там будет достаточно серьезный. У белых пока развита только одна фигура. Так что говорить о том, что черные потеряли напрасно много темпов, не приходится. Ну, слон e3 явный намек на то, что белые собираются сыграть ферзь d2 и 3-0. Но не знаю, мне кажется, что пока вот эта композиция не способствует атаке белых, им надо консолидировать центр. Это главнейшая задача. Вот поэтому Игорь сомневается и правильно делает. Слон g2, ну крепкий ход, нормальный.
Так, c6, черные начинают цеплять пункт d5, при случае ферзь на a5 выскакивает. Я бы не рекомендовал белых совершать длинную рокировку в этой обстановке. Мне кажется, это будет опрометчиво. Так, ну если вывести коня с g1, там под конь g4 еще подставляем. Но, с другой стороны, развитие есть развитие, должно оправдаться. На конь g4 пока есть ответ слон d4. Наверное, не опасно. Ну, Илья пока может не торопиться, может и рокировку сделать. Можно ферзь опять выскочить, попробовать пешку e4 на зубок. А вдруг удастся ее раскусить? Ну, там, наверное, ферзь d2 есть ответ. Но, тем не менее, это возможное развитие событий. Вот Илья пока предпринимает однозначно полезные действия и просит соперника высказаться. Зачастую в блице это самое правильное. Ну что, может быть, 2-0 все-таки сыграть? Правильно. Вот я бы тоже так действовал, потому что... И здесь дальше надо играть по центру. Ну вот, кстати, что касается центра, черный усиливает нажим на пункт d5. Нет хода ферзь d2 из-за прыжка конь c4. Может быть, ферзя на d3 надо поставить белым? Я уж не знаю, чтобы ладью на d1 подтянуть. Но там после размена на d5, наверное, под слон f5 где-то ферзь подставится. Король h1. Ну, можно сказать, изящная профилактика. Теперь белый слон, если что, на g1 может спрятаться. Ну, конь c4, да, выясняется, что там пешка на b2 подвисает. Ну, пока партия протекает под знаком инициативы черных. То есть белые захватили много пространства и за это страдают. Если взять пешкой, там слон на f5 выскочит удачно, да? А если взять конем, может быть, даже конь бьет e4, наглый ход посмотреть. Но там ферзь d3, кстати. Вот, наверное, конь d5 имеет смысл. Ну, посмотрим, какое решение изберет Малахов. Вы знаете, времечко у него мало. Так, а Илья почему-то слона поставил не на f5, а на g4. Интересно, что он на h3 имеет сказать. Ферзь d3, это нападение на коня c4, b3, ой, как рискованно. А конь на c3? А конь на c3 провиснет сейчас? Ой-ой-ой, мне не нравится ход b3. Сейчас можно что-то зевнуть, причем, может быть, даже все. Потому что, видите, слон на g7 стучит копытом, сейчас конь c6 отскочит куда-нибудь в район поля d5, и по большой диагонали полетят колочки по закоулочкам, да? Ну что, конь d5 сразу, наверное? Там, правда, конь бьет d5 есть. На c4 же висит. Поэтому Илья меняет маршрут. Конь e4. Ну, правильно. Видите, слон на g7 превращается в страшного свирепого зверя. И остановить его здесь практически невозможно. Да, вот этот маневр ферзь d3 с последующим b3, это было, конечно, очень легкомысленное действие со стороны Игоря. И теперь надо ему каким-то образом удачно отжертвовать качество. Еще важнее сделать это быстро. Посмотрите, всего лишь 30 секунд. Я напоминаю, дорогие друзья, что 2 секунды добавления на ход имеются. То есть, даже попадая в трудную позицию с маленьким количеством времени, еще не надо терять присутствие духа, все может повернуться в другую сторону. Если удастся серией быстрых ходов оставить время в том же положении, но при этом нет, не жертвует качество, конь b6. И как защищать пешку d5? Так и хочется ответить, никак. Но на самом деле есть отскок коня с f3. Может быть, конь g5. Ладья b2? Das ist fantastisch, сказали бы немцы. А по-русски я могу сказать, что это... Смотрите, какая жертва качества забавная. Но все было бы хорошо, если бы пешку на c2 не съели. Да, но Илья, видите, железной рукой просто сразу избавляется от этого ненужного качества и оставляет себе 2 лишние пешки. Ну, просто конь f6 ушел. Конь f6 ушел, слона на e4 защитил, элементарно выигранная позиция. 2 лишние пешки плюс времени в 10 раз больше. Да, ну, я думаю, что здесь, в общем, это уже... действительно техническая стадия партии. Ох ты, ферзь А7. Обратите внимание, как быстро заиграл Игорь. Кстати, одну пешку отыграл. Кстати, у коня будет поле Е5. Кстати, еще посмотрим. Если, конечно, черные сейчас какие-то решающие угрозы не создадут. Но вторжение на С2 довольно неприятное. Видите, времечко тает. Ферзь Б4, напали на Е7. Можно, конечно, взять на А2 и на Б3. Там конь на Ф6 повиснет. Но можно коня на Ж4 метнуть и создать матовые угрозы. Да, я думаю, что здесь ставки на результат этой партии принимать не следует. Ферзь d2. Так. Ну, с другой стороны, пока одна лишняя, да? Но в случае размена на c2 все-таки по второму ряду белые не смогут удержать. Мне кажется, конь h4. Да, все это очень пассивненько. Очень пассивненько. Ну, просто взяли на a2. Если ладья бьет e7, минуточку. Ладья бьет e7, то почему не взял? На ладья один шаг, там можно было защититься конем. Не знаю, это был шанс, на самом деле. Может быть, последний.
Так, ну а сейчас, собственно, мы видим, как нервничает Игорь, и позиция ухудшается все дальше и дальше. Просто ладья b2 и съели на b3. Шах и конь g4, да, сдался. Ну, что сказать, дебют надо ставить лучше, дорогие друзья. Вот в дебюте надо все-таки действовать гораздо осмотрительнее, чем это делали белые. Ну и, соответственно, потом уже Илья получил сильнейшую инициативу. Ну а то, каков он в атаке, знают все сильнейшие шахматисты мира, включая Ананда, у которого Смирин в свое время выигрывал. Так, ну это Давид Навар уже доедает, видимо. Сейчас, погодите, что значит доедает? Разноцвет с лишней пешкой. Но вы знаете, шансы на выигрыш велики. F5, E4, король вышел в центр. Как бы разменять еще пешки королевского фланга, да? Так, вот пытается это сделать, чтобы ход G5 был сопряжен с разменом пешек. Так, ну, видимо, белые сейчас будут стоять и где-то с тыла нападать на черной пешке. Ну, это еще надо выиграть, вы знаете. Ну, надо играть Е4, король Е5, Ж5 и так далее. Дело в том, что у белых слон расположен неудачно. Когда черная пешка придет на F3, отдать слона за две пешки будет непросто, если слон будет с другой стороны. Правильно играет Давид, правильно. Ну, слон Е8 логичный ход, чтобы короля на Е5 не пустить. Но Ж5, наверное, можно сыграть. Слон Е5, С4, ну ничего не меняется пока. Король Ж2. Да, все равно Ж5 играть надо. Другого способа играть на выигрыш нет. А, попытка, знаете, сделать так, что передать очередь хода соперника, но я не верю в цугцванг, если честно. А Ж, ну правильно, король идет на Е5. Вот теперь надо белым как-то успеть слона на Ж2 будет вернуть. Так, а вот не успевают. Вот смотрите, не успевают, следующий ход F3. Да, F3, очень важный шаг, ну, можно, в принципе, после король E5. Да, если черный король прорывается на F4, и потом пешка идет на E2, нет спасения здесь. Здесь уже никакие ничейные стойки не действуют. Да, элементарный выигрыш, и Давид уверенно реализует свой перевес. От движения пешки E4 защиты нет, и, по идее, надо сдаваться. Ну, надо протянуть руку и пожать мозолистую руку соперника. Итак, проиграл Погосян, и Навара вышел вперед в этом противостоянии, как я понимаю, счет 1-0. Но, вы знаете, после каждой победы Давид не ленится объяснять сопернику, где именно он ошибся. Это самый интеллигентный шахматист шахматного мира, самый вежливый, самый аккуратный и сердобольный. Я никогда не забуду, как на Кубке мира он в абсолютно выигранной позиции предложил Моисеенко ничью, потому что чувствовал себя виноватым за то, что как-то неаккуратно поправил фигуры в центре, в середине партии. В результате, вместо того, чтобы выйти в следующий круг, он обеспечил себе тайбрейк, который все-таки героически выиграл. И тогда этот эпизод обсуждали всем миром. Так, вот кто это играет, я не понимаю, честно говоря, не понял. Вот, отвлекшись на Навару, ну, хорошо, прокомментирую просто ход партии. Все фигуры на доске. Вот это самый первый и главный комментарий, который тут можно сказать. Белые наступают на ферзевом фланге, черные думают, задвигать ли пешку на e4 или не надо. Ну, пока решил, что не надо. Ага, ну это просто-напросто Тигран Петросян. Армянский гроссмейстер, который действует нестандартно. Ферзя на b6 подобной структуре я не видел никогда. Хотя еще со времен Спасского и другого Петросяна эти структуры, конечно же, изучались. Так, взятие конем на d4. Но это принципиально другой подход. Здесь такая структура, что у черных определенная свобода появляется. Ну, взятие на b4, конечно, напрашивается. Потому что размен пешек... Кстати, там конь e4 еще будет. Я смотрю, на слон бьет d6, еще конь e4 можно схлопотать. Ну, по-моему, просто зевнули белую пешку. Это был просто-напросто зевок. На слон бьет d6, конь e4, и видите, связан конь на c3, висит слон на d6. Ну, просто без чистой пешки, причем позиционный перевес у черных большой. Опять-таки повторю всю ту же истину. Дебют надо трактовать аккуратнее и точнее. И если сильный шахматист вас прихватит уже в дебюте, конечно, потом шансов на спасение будет очень мало. Конь b3. Ну, может быть, и правильно. Надо разменять этого сильного опорного коня на c5. Тогда, может быть, до пешки d6 в перспективе и удастся добраться. Так, вот над чем думает сейчас Петросян, интересно, потому что размен на b3, конечно, напрашивается. Отступать ферзь c7, на c5 пешку заберут. Отступать ферзь b6, но мне кажется, второй раз такой трюк будет неудачным. После размена на c5 ладья b1, там еще ферзя на a7 придется отводить. Конь d7. А смотрите, на самом деле на смену одному часовому идет другой.
второй конь встает на c5. И пока конь на c3 у белых завис. А если сыграть слон b4, то черный ферзь, наверное, по пятому ряду сможет уйти куда-то поближе к королевскому флангу. Так что у белых выбор: слон b2 или слон b4. Ну, какое-то решение надо принять. Да, слон b4. О, конь c5, это высоко. Заметьте, что размен ферзей для белых невозможен. Потому что конь бьет b3, это будет вилка. Ферзь a3. Ну, я думаю, что взятие на c5 не опасно. Потому что отдавать чернопольного слона, это, конечно, не самое правильное. Но теперь придется. Вот теперь придется. Размен на c5 вынужден. И у черных, конечно, заметное позиционное превосходство. Конь на c3 остается в качестве пушечного мяса. Но вот он и побежал. Может быть, через d2 на b3. Нет, наверное, на b3 делать уже нечего. Теперь надо, видимо, перебираться на f3 и надеяться, что сразу не обыграют. Кстати, на ферзевом фланге, вот как ни странно, заметьте, что две белые пешки успешно сдерживают четыре черные. И так что, может быть, еще не все так плохо. Вот сама пешечная структура, конечно, говорит о том, что белые еще могут посопротивляться. Ну, ферзя на b3 можно поставить, наверное, да? Чтобы пункт d1 прикрыть. Вот это правильно. И пешку b6 взять под прицел. Мне кажется, что Тигран где-то мог сыграть посильнее все-таки. Но смотрите, вот он надеется на свое техническое мастерство. Я, кстати, не уверен, что это окончание легко выигранное. Мне кажется, здесь помучиться придется. Особенно, если белые не будут долго задумываться и оставить себе немножечко секунд на будущее событие. Конь h4. Ну, если перейти в разноцвет, то точно ничья вообще получится, если честно. Но, конечно, черные не будут так наивны. Так, пешка на c4 вроде бы слабость. Но, с другой стороны, второй раз напасть на нее будет уже непросто. Так, ну посмотрим, какой метод реализации. Надо ферзя задвигать в белые тылы. Может быть, ферзь e5 и ферзя на a1 туда вот отправлять, чтобы пешка a4, да? Нет, ферзь d7. Вы посмотрите, стратегия разменов просто становится тотальной. Ну, может быть, разменяться просто-напросто? И попросить черных предъявить документы, как тут, собственно, выигрывать это? Может быть, b5 сейчас угрожает прорыв. И знаете, я подозреваю, что одну пешку можно скинуть ради того, чтобы... Ну вот зря сыграл слон d3. Мне кажется, конь f3 надо было срочно коня вести на базу. Вот сейчас b5 очень заслуживает внимания, потому что после разменов будет сыграно a4, пешка проберется как минимум на a3. Это будет опаснейшая позиция для белых. А вот конь, если бы он успел туда быстро прискакать, тогда мог бы наладить сопротивление. Ну что, Тигран, пора, b5. Пора. Молодец. Браво. Вот это уже серьезные шансы на победу. Ну, размен слонов на b5, там просто пешка сразу пройдет ферзей. И как раз из-за того, что этот коротконогий конь не успевает прискакать куда надо. Поэтому белые вынуждены оставить слонов на доске. Но теперь черный слона на e6 просто поставят. У меня возникает такое подозрение, что пешка просто прошла. Да? Неважно, куда встанет белый слон. На c4 или на b1 все равно слон e6. Тут, правда, надо за пешкой b6 тоже присмотреть. Надо, чтобы слон на e5 успел встать, да? Потому что сейчас на слон e6 последует ход f4, восклицательный знак. И пешка нечаянно может проскочить. Тут надо держать ухо востро. Может быть, начать со слон e5, тогда под конь f3 подставляемся. То есть еще не такое простое окончание, как я думал. Но что делать? Слон e5, конь f3, слон b8. Ну, у белых появляется пара темпов, на самом деле. Можно коня каким-то образом приспособить к борьбе. Угрожает слон e6 и a2. Как защищаться? Конь g5. Ну, не знаю. Теперь в случае h6 конь через e4 успевает на c3 прибыть. Ну что, молодец на самом деле. Молодец. Это Калинин. Михаил Калинин, вы знаете, из последних сил сопротивляется в очень тяжелой позиции, но делает пожалуй, максимум возможного. Слон f5. А, вот это вот, пожалуй, уже дело плохо. Конь c3 играть нельзя. Видимо, f3 единственный шанс. f3 взял и c3. Да, видите, две пешки разрывают оборону слона. Одну пешку он возьмет, а вторая проскочит ферзи. Ну, на самом деле, учебное окончание. И надо сказать, что армянский гроссмейстер действовал в высшей степени классно. Молодец, победил по праву. Сейчас, как я понимаю, посмотрим. Это уже вторая партия. Рауф Мамедов обычно играет очень быстро. Так, это у нас окончание. Вы знаете, окончание, если меня глаза не обманывают, примерно равное. У черных, конечно, есть идея ладья f4, ладья d4 прорваться. Но у них, кстати, тоже пешка на a5 висит. Я вообще не понимаю, почему здесь у черных может быть лучше. Пешка-то на a5 зависает. А смотрите, Рауф нервничает. Начинает танцевать. Так, конь e3. Ну, там просто угрожал ладья e2 шах.
Если взять на 5, ладья Е2, конь Е3 и слон Ф4 без фигуры. У белых очень простая линия обороны. Они сейчас уже угрожают взять на А5. Похоже, что ничья является логическим исходом этой партии, но вот эта логика Рауфа совершенно не удовлетворяет, потому что терять очки он не намерен. Но в этом случае он даже может и рисковать. А может быть взять на А5? Не побрезговать? Хватай эту пешку. Александр не стал брать. Конь b6, не знаю, ход, наверное, чрезмерно умный. В блиц не стоит чрезмерно умничать. Так, ну верни на d5. Потому что ладья e5, ладья d3 угрожает. Верни коня на d5. Он там стоит прекрасно. Вот Александр тоже... Ой, куда? Куда? Господи, боже мой, мат два хода зевнул. На cd ладья f4. Ну вот он блиц. Да, блиц — это игра везучих и умелых шахматистов. Да, ну повезло сейчас Рауфу, но везет, как известно, тому, кто сам везет, то есть сильнейшим. Ну обидно, конечно, за этого шахматиста. Надо его запомнить, кстати говоря. Шахматиста, судя по всему, очень хорошие. Итак, это, кстати, Александр Трепишко. Александр Трепишко, вот такая интересная фамилия. Но надо запомнить. Так, это у нас Давид играет вторую партию, но, как обычно... На доске дым коромыслом. Так, взяли на b6, хотя бы количество фигур попытаюсь оценить. Насколько я понимаю, у белых лишние качества. Да, ну, мне кажется, что и еще и лишняя пешка. Так, вилка на f7 пока не проходит, ферзь на a2 затаился. Ну, я думаю, что... Ну, просто можно действительно пешку съесть. Взяли. Да, элементарный выигрыш. Наверное, что здесь еще, видите, секунд мало совсем. У соперника это Манвел Погосян. О, жертва ферзя, это приятно. И это зевок фигуры, фантастика. Вы посмотрите, ладья b8, там ферзь g8. На наших глазах гроссмейстер просто зевнул ферзя, да, фактически. И у черных появились определенные шансы на победу. Ну, я думаю, спастись белые должны. Наверное, пешку на h4 надо поставить. Так, вот эту широкую спину только надо с ней разобраться. Так, я уверен, что Илья выиграл. Давайте посмотрим, как Давидушка играет. Давайте посмотрим, потому что впервые возникла реальная интрига. Так, Давида на сцену. Давида в студию. Вот h4, это, кстати, правильно. Черные хотят поставить пешку на h3. Ой-ой-ой, Давид, что же ты наделал, а? Ну как можно ферзь c6? Вот нельзя тоже в блиц увлекаться какими-то красотами. Ну это все детство, на самом деле. Надо играть практично. Вот, кстати, жаша – это очень практичный ход, чтобы пешка не натворила бед. Ну, кстати, похоже на крепость. Я думаю, что очень трудно создать будет черными какие-то реальные угрозы. Я уж не говорю о таком простом факте, что можно где-то ладью отдать за слона, и с ладьей на g3 это будет элементарная крепость, непробиваемая. Вот Давид пытается это сделать. А, нет, только надо пешку оставить где-то на g7. На f6 тогда она придет в район поля f4. Так, нет, это, конечно, должна быть ничья. Ладья f5, очень крепенько все, очень крепенько, молодец. Давид уже, вот, молодец, задвинул. Ну, теперь вообще слабости не остается. Я не берусь утверждать, что белые сейчас поиграют на выигрыш, но проблем-то никаких нет. Можно просто стоять... Ну, ладья сделала ход конем. Сначала переместилась в район поля f7, потом на g5 вернулась. Так, пешка на h5 зависла. Я, правда, не уверен, что она имеет хоть какое-то значение. Ну, ладья f5. К пункту f2 подобраться невозможно. Ну, я понимаю соперника. Ему, конечно, хочется, Манвелу Погосяну хочется все-таки одолеть гроссмейстера, но здесь... Так, напал на ладью, да? Ну, вернись на f5, вернись. Нормально, все стоит крепко, все защищены. Ладья f4. Да, вот я думаю, что здесь сейчас немножко потанцуем и признаем ничейный исход партии. Может взять на f6 вообще? Можно было взять на f6 пару раз, честно говоря, была битая ничья. Но Давид испугался, что где-то несколько шагов потеряется эта ладья. Но вы посмотрите, как неаккуратно играет армянский шахматист. Взял и ладья бьет f6. Да что ж ты делаешь-то, а? Вы посмотрите, черные допустили пешку на f7, еще зевнули комбинацию. Но теперь элементарный выигрыш у белых. Вот это окончание с пешками f и h. И еще Андерсон выигрывал у Морфи в известном их матче. Ну, ферзь сейчас сыграл как Магараджа. Вообще сказочная фигура, потому что так много прыжков. Еще раз повторяю, теоретически это выигранное окончание. Для многих, даже опытных гроссмейстеров, да, ну и ферзь g4, размен ферзей. Ну, фантастика, конечно. Как гроссмейстеры умудряются выигрывать
плохие позиции, вот мы сейчас видели, буквально в несколько ходов. В общем, ловкость рук и никакого мошенства. На самом деле, во всем виноваты их соперники. Соперник с собственными руками все сделал. Ну, Давид сейчас, конечно, извиняется перед соперником, ему это свойственно. Ну и, конечно, сочувствует ему искренне. Да, ну вот белорусские гроссмейстеры покидают турнирный зал. Я надеюсь, что перерыв будет плодотворным. Давайте мы сейчас сделаем 5 секунд, еще подождем. Может быть, наш оператор выхватит какое-то событие в турнирном зале. Но если есть какое-то событие, обычно народ обступает плотной стеной, так что мы этого не увидим. Итак, дорогие друзья, закончился очередной спаренный тур. Практически все лидеры вновь победили. И спустя примерно полчаса мы посмотрим продолжение банкета. Оставайтесь с нами.